Здравствуйте, в студии Петр Горохов. Вы смотрите итоговую программу «Седьмой вечер». И прямо сейчас обзор наиболее интересных и важных событий минувшей недели. Первый день минувшей рабочей недели совпал с нерадостной датой – годовщиной начала Великой Отечественной войны. Самый страшный и самый кровавый в истории России. Да, мы победили, но нельзя забывать, какой страшной ценой. И большую часть своей кровавой жатвы война собрала в свои самые первые дни и часы. Ранним утром 22 июня делегация Одинцовского района отправилась на Поклонную гору, чтобы принять участие в акции памяти. Днем памятный митинг прошел и у Вечного огня в Одинцово. 22 июня в России День памяти и скорби. Самая трагическая дата в истории страны. Приспущены государственные флаги, проходят многочисленные мероприятия, акции. Россияне зажигают свечи в память о погибших в годы войны. В 4 часа утра делегация Одинцовского района возложила цветы и зажгла памятные свечи на Поклонной горе. Тихое московское утро 74 года назад было совсем другим. Границу перешел враг. Началась Великая Отечественная война. Советские люди встали на защиту Родины. Именно они подарили нам мирное небо над головой. Днем около Вечного огня в Одинцово прошел митинг. Панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны совершил священник Владислав Гусар. Ветераны, дети, родители – все пришли к мемориалу, чтобы отдать дань уважения людям, сохранившим мир на земле. Сегодня на этом митинге хочется сказать слова благодарности нашим педагогам, которые переносят от ветеранов уроки мужества нашему молодому поколению. Вы посмотрите, сколько сегодня ребятишек пришли сюда к Вечному огню с цветами. Они должны знать, что их деды и прадеды воевали за нашу Родину. Подобные акции воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма, гордости за великий народ, великую страну. Я обычный ребенок, каких миллионы. Утром встав и собравшись, я в школу иду. Получаю там знания, играю с друзьями. После школы с подружкой на танцы бегу. Солнце лучик ласкает меня сквозь оконце. Расцветает природа, встречая весну. Отчего так легко мне на свете живется? От того, что я в мирное время живу. Неслышны канонады и взрывы снарядов. По подвалам не прячется мирный народ. Потому что тогда, в году 45-м, совершил славный подвиг советский народ. Все мы чтим ветеранов. Слава воинам, павшим, защитившим тогда наш сегодняшний день. Благодарны за это поколение наше преподносит цветы в майский солнечный день. С особым трепетом дети возлагали цветы к Вечному огню. Сегодня каждая российская семья отдает долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар, кто не дожил до светлого дня победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон говорит: никто не забыт, ничто не забыто. 22 июня памятные мероприятия проходили по всей стране и по всему Одинцовскому району. В селе Иславское Успенского поселения местные жители собрались у воинского мемориала, чтобы почтить память солдат, погибших за Родину. Среди них была и внучка красноармейца Петра Графеева, жительница Ханты-Мансийска. Она преодолела путь в 2000 километров, чтобы побывать на земле Одинцовского района. Именно здесь ее дед в последний раз ушел в бой, из которого так и не вернулся. Самая кровопролитная война в истории человечества продолжалась 1418 дней и ночей. Только в Советском Союзе она унесла жизни 27 миллионов человек. Война затронула каждый дом, каждую семью. И наша общая задача – всегда помнить это. Передать эту эстафету нашим молодым поколениям, нашим детишкам. Пусть они сейчас не до конца все понимают, но они должны быть рядом с нами, должны это впитывать. И мы должны понимать, что буквально через несколько лет это будут защитники нашего государства. И мы, проводя эту акцию, четко должны понимать, что это мы делаем и для павших, и для будущих поколений. Среди собравшихся много детей. У Рената здесь погиб прадедушка Михаил Мельников. Она принесла ему сегодня цветы. Никита волнуется, читая проникновенные стихи. Природа вся уже забыла, как нашу землю кровь омыла. Как наши деды в трудный час спасали Родину для нас. Как за клочок земли держались, и день, и ночь без нас сражались. Мы вспоминаем тех, кто боролся с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах,
кто страдал и мучился в концлагерях. Мы вспоминаем тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Чехии, кого нет с нами. Галина Панкова с мужем и внучкой приехала из Ханты-Мансийска. Ее дед Петр Графеев вместе с братом ушел на фронт, оставив дома жену и двух малолетних детей. Воевал под Москвой и погиб в деревне Палице в декабре 41 года. Писем не писал. Вот, в принципе, и все, что было о нем известно. Очень скудная вот у нас информация о том, о наших дедах. Очень мало информации. Мы сейчас пытаемся каким-то образом найти по крохам, собрать. Все это в копилочку, в общую семейную нашу подобрать, беречь, хранить и гордиться ими. Потому что я считаю, что все, кто ушел на фронт, все, кто взял в руки оружие защищать свою родину, они все герои. Найти могилу деда Галина Михайловна хотела очень давно, но все не было времени. В юбилейный год Победы она решила все-таки побывать на подмосковной земле. В этом ей помогли Одинцовский военкомат и администрация Успенского поселения. Сотрудники администрации направили снимок, общий вид памятника, именно фрагмент, где есть фамилия, высечена фамилия моего деда. И вот тогда я уже точно поверила, да, мы едем. Красноармейца Графеева похоронили в братской могиле в деревне Палице. Потом его останки вместе с другими были перезахоронены на воинском мемориале в Иславском. И вот спустя много лет потомки Петра Графеева побывали на месте гибели своего деда. Вместе с сельскими жителями они почтили память жертв Великой Отечественной минутой молчания, зажгли свечи и возложили к памятнику вечного огня цветы. Еженедельное совещание главы района, традиционно приходящееся на вторник, на минувшей неделе было посвящено нескольким актуальным вопросам. Среди них работа многофункционального центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы», развитие и реконструкция парка имени Ларисы Лазутиной и установка на въездах в Одинцовский район новых информационных стел и знаков. Вопрос развития парка имени Ларисы Лазутиной поднимается главой района Андреем Ивановым практически на каждом совещании. Таким образом, отчет о проделанной работе заслушивается и обсуждается еженедельно. В данный момент там продолжаются работы по установке освещения, очистке леса, по прокладке электричества, по прокладке системы видеонаблюдения, оптоволоконного кабеля. Работы идут в хорошем темпе. На прошлой неделе Виталию Викторовичем было озвучено, что очищено уже 25 гектар территории. Нам хочется понимать, как продвигается благоустройство сейчас, что было сделано за неделю. Несмотря на работы по реконструкции, на трассе проводится все больше мероприятий, причем не только спортивных, но и эколого-краеведческих. Дело в том, что на территории парка расположен комплекс уникальных курганов. Сейчас, когда идут работы по очистке леса, у нас есть возможность подчеркнуть эти курганы, потому что благодаря лесу они остаются фактически в очень хорошем состоянии и визуально видны хорошо посетителям. В эту субботу более 30 человек вышло в лес, это была специальная акция, провели работы по расчистке дорог курганам и по маркировки этой дороги с помощью щепы. С 15 июня на трассе 9 раз в неделю проходят бесплатные и платные групповые спортивные занятия. Идет подготовка многофункциональной площадки и площадки для воркаута. Однако периодически возникают проблемы со сроками и качеством работ. Возможно, такой подход будет стоить подрядчику контракта. Нам бы хотелось поменять подрядчика, чтобы потом все не переделывать. Я такую задачу вам ставил. Необходимо проговорить с Баукиным или дойти до Игоря Юрьевича Чайки и отказаться от этой подрядной организации. Сроки не выполняют, качество не устраивает. Зачем нам тогда нужен такой подрядчик? Большая часть работ по реконструкции парка должна завершиться уже в июле. В ходе совещания была детально рассмотрена деятельность Одинцовского многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг. В последнее время его работу удалось серьезно оптимизировать. Глава района представил участникам совещания нового начальника МФЦ Павла Кондратского. Человек, который подхватил ситуацию, которая заваливалась, как вы видели, на нашем муниципальном совете, когда мы заезжали в МФЦ. И за последние вот эти полторы-две недели заметны явные интенсивные перемены к лучшему с точки зрения организации работы.
Сегодня центр оказывает заявителям 132 различные услуги. 42 муниципальные, 60 региональных и 32 федеральные. Наиболее востребованные – регистрация права собственности, выписки из Единого государственного реестра прав и постановка на кадастровый учет. С начала года заявителям оказано без малого 30 тысяч услуг. Глава района Андрей Иванов отметил важность скорейшего открытия МФЦ в поселениях, в первую очередь в Кубинке и Никольском. Вопрос установки на территории нашего района въездных знаков также обсуждался достаточно подробно. Они должны стать визитной карточкой и муниципалитета, и региона в целом. Была проведена работа совместно с поселениями о количестве и расположении знаков. Соответственно, каждое поселение предоставило свои желаемые места, где хотели бы видеть знаки. В итоге получилось общее количество, если так систематизировать, то есть въезд в Московскую область со стороны Москвы 2, количество знаков въезда в Одинцовский район 8, в городские поселения 29 и в сельские поселения 53. Всего 92 знака. Красота требует жертв, в данном случае бюджетных средств. И чем интереснее решение, тем оно дороже. Андрей Иванов попросил об этом не забывать. Безусловно, первый, второй вариант, третий тоже огромная сумма. И знаки знаками, но эти деньги можно потратить на детские сады. Мы все прекрасно понимаем. Нужно искать какое-то компромиссное решение. Мы, конечно, знаки – это наше лицо, но и большое количество проблем на территории, которые мы не замечать не можем. Окончательное решение должно быть принято после утверждения региональным министерством транспорта рекомендуемого варианта. Поддержка социально ориентированного бизнеса и предпринимательства в целом в нынешних непростых макроэкономических условиях является одновременно делом нужным и сложным. Власть готова идти навстречу местному деловому сообществу, обсуждать с ним возможность предоставления льгот и иные меры содействия. Об этом шел разговор в администрации на встрече главы района Андрея Иванова с одинцовскими бизнесменами. На встречу с главой пришло немало предпринимателей Одинцовского района. Начали сразу с наболевшего. Вопрос арендных ставок на муниципальное имущество. Повышение стоимости с начала этого года вызвало много разговоров в бизнес-сообществе, в том числе и негативных. Многие представители малого и среднего бизнеса попали сегодня в очень непростую финансовую ситуацию. Это связано прежде всего с экономическим кризисом, который мы ощущаем в нашей стране. И среди этих представителей малого и среднего бизнеса, к сожалению, оказались и представители социально ориентированного бизнеса. И мы считаем это в корне неправильно и готовы сглаживать эти острые углы, которые образовались, и социально ориентированному бизнесу идти навстречу. Первый шаг в этом направлении – скидка в размере как минимум 50% на аренду муниципального имущества для социального бизнеса. В первую очередь, это частные детские сады и образовательные центры. Это предприятия здравоохранения, физической культуры, предприятия, которые обслуживают, социально обслуживают граждан. Это магазины шаговой доступности, пекарни, предприятия социально-бытового обслуживания, такие как парикмахерские, химчистки, ремонт обуви. Площадь арендуемого помещения при этом должна быть в пределах 100 квадратных метров. По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Дениса Гинтова, несмотря на повышение стоимости арендной платы, в ряде случаев в Одинцовском районе она остается в 3-4 раза ниже рыночной. Единственное исключение – торговля. Нина Прослова отметила, что обязательным условием для получения льгот является соблюдение нескольких критериев. Это прежде всего отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым платежам. Значит, для получения справки об отсутствии налогоплательщика по уплате налогов, эта справка в налоговой инспекции берется, вы все знаете. И, естественно, это отсутствие задолженности по арендной плате. Срок данной справки 30 дней. Осуществление деятельности только на территории Одинцовского муниципального района и постановка на учет тоже по месту осуществления деятельности. Чтобы получить арендные льготы, социальному бизнесмену сначала необходимо подтвердить статус субъекта малого и среднего предпринимательства. Для этого следует обратиться в администрацию Одинцовского района с заявлением. В течение 3 дней управление предпринимательства и потребительского рынка рассматривает ваше заявление. Если у вас все в соответствии с 209 федеральным законом соответствует, мы вам присваиваем статус малого и среднего предпринимательства, включаем в реестр предпринимателей,
субъектов малого и среднего предпринимательства Одинцовского муниципального района получателей поддержки. Следующий шаг – подтверждение статуса социально значимого вида в соответствии с заявленными критериями. В зависимости от сферы деятельности предприниматели должны обратиться в профильные ведомства. Далее список предпринимателей передается на утверждение в координационный совет, возглавляемый главой района. А после итоговые протоколы поступают в комитет по управлению муниципальным имуществом, который и принимает решение о предоставлении скидки. Льгота на аренду будет действовать на протяжении текущего финансового года. И ежегодно статус социального бизнеса необходимо будет подтверждать. Предприниматели также смогли задать главе интересующие их вопросы, ведь многие из них находятся в непростых ситуациях. Что касается сложных ситуаций, еще раз подтверждаю, что будем индивидуально подходить и встречаться уже персонально по сложным объектам, где будем совместно с вами искать какой-то выход, чтобы все-таки поддержка от нас была существенной и давала вам какой-то дополнительный экономический эффект в тяжелой кризисной ситуации, которая складывается в наши дни. Также на совещании обсудили дополнительные меры по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Частичную компенсацию процентных ставок по кредитам при модернизации предприятия, субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования, а также частичную компенсацию уплаты первого взноса по лизингу. Глава напомнил, что до 10 августа можно будет подать заявку на софинансирование из регионального и федерального бюджетов. Масштабная эстафета флага России, которая может войти в Книгу рекордов Гиннесса, добралась и до Одинцова. Своеобразный патриотический марафон проходит через все крупные муниципальные образования Московской области. Мои коллеги узнали, в чем состоит основная идея проведения этой акции. Посетители лыжи-роллерной трассы стали свидетелями необычного действия. Здесь собрались участники акции «Эстафета флага России», которая проводится по инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и областного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». Акция символизирует достаточно важный исторический момент. В 17 веке на мачте военного корабля «Орел» возвышался российский триколор. Многие краеведы считают, что именно тогда флаг был поднят впервые. Смысл акции заключается в том, что в каждом подмосковном городе к флагу России прикрепляют новый сегмент. Таким образом, с посещением муниципальных образований полотнище становится все больше и больше. Эстафетную палочку нашему городу передал Краснознаменск. Акция проходила на обновленной и всеми любимой лыжи-роллерной трассе имени Героя России Ларисы Лазутиной. Одинцовские представители «Единой России» встретили своих коллег из Краснознаменского отделения весьма радушно. Хорошее настроение участников и по-настоящему летняя погода стали спутниками мероприятия. Учитывая, что эта акция инициатива «Молодой гвардии Единой России» и МОРО «Единая Россия», я как активный деятель «Молодой гвардии», как представитель своего городского округа, представляю интересы своего города и вот решил принять участие. Приехал в ваш замечательный город, очень много новых впечатлений, очень много замечательных людей. Вот мы внесли свою небольшую лепту, свою часть флага, вы свою. Так сказать, объединяем Подмосковье под эгидой Родины. Из Одинцова полотнище отправится в Звенигород. Акция стартовала 12 июня в День государственного флага России в Истринском районе. Закончить ее планируется 22 августа в подмосковной деревне Дединово. Именно здесь впервые был шит российский стяг, поднятый в 1668 году. Участником эстафеты флага России может стать любой желающий. Главный выпускной нашего района еще впереди. Он пройдет вечером в понедельник, 29 июня. А в одинцовских школах выпускные вечера уже закончились. В жизни каждого человека есть несколько самых ярких и запоминающихся событий. Одним из них, без сомнения, является окончание средней школы. Этот радостный момент растягивается почти на месяц. В мае проходит праздник последнего звонка, затем череда экзаменов и, наконец, выпускной вечер. Вручение бывшим 11-классникам аттестатов тоже является неизменным атрибутом любого школьного выпуска. На минувшей неделе этот заветный документ получали и в Одинцовском лицее номер 10. Ученики 10-го лицея имеют заслуженную репутацию одних из самых одаренных в нашем районе. И нынешний выпуск не исключение. Победители, призеры и участники олимпиад разных уровней, региональные и муниципальные стипендиаты, обладатели высших баллов по ЕГЭ. По традиции выпускной вечер ведут сами лицеисты. Королем и королевой балла выбираются не только самые красивые, но и самые умные. Сцена становится не просто местом, где аттестаты переходят из рук преподавателей в руки учеников. Здесь проходит прощание с родными. Лицеем. Событие радостное, долгожданное и одновременно немного грустное. Вы так хотели стать взрослыми, вы так стремились быстрее шагнуть во взрослую жизнь, и вот сегодня это свершится.
Сегодня последний школьный день, последний день вашего детства беззаботного. В будущем у вас много интересного. Я желаю вам непременно встретить достойных вас друзей, чтобы вас окружали хорошие люди, добросовестные, чему могли бы вы поучиться у них. Мне очень хочется, чтобы все ваши мечты обязательно сбывались. Но если вдруг они не сбываются, то ничего страшного, значит, вы достойны лучшего и большего. Позади долгие годы учебы. Именно с лицеем у ребят пока еще связано без малого две трети жизни и почти весь сознательный жизненный опыт. Впереди раскинулся большой взрослый мир, который из лицейских стен представляется таким красивым и значительным. Но любой зрелый человек знает, что чем дальше в прошлое будет уходить школьное время, тем милее и беззаботнее оно будет казаться. И от этого чувство ностальгии по товарищам, классному кабинету, учебнику с подрисованными портретом ученых очками и усами никуда не денешься. Однако сейчас им этого не понять. Сегодня им кажется, что вся вселенная лежит у их ног. Что ж, возможно, это действительно так. Продолжаем выпуск наиболее актуальными региональными новостями минувшей недели. Более 3000 единиц оружия было добровольно сдано на территории Подмосковья с начала 2015 года. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД России. Из них 1572 единицы огнестрельного оружия и 1437 газового и сигнального. Граждане также добровольно сдали около 1500 патронов. В ведомстве уточнили, что лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности за их хранение. Подосиновики и подберезовики могут появиться в лесах Московской области уже к концу июня. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального комитета лесного хозяйства. Также было отмечено, что с началом грибного сезона в лесах очень часто теряются люди, в основном пожилые. Специалисты призывают грибников быть внимательными и в случае необходимости оказывать помощь нуждающимся. Свыше 880 административных дел с начала 2015 года возбуждено в Подмосковье против нелегальных перевозчиков, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области. Только за период с 15 по 22 июня проведено 5 мероприятий по пресечению деятельности незаконных пассажирских перевозчиков в Красногорском, Наро-Фоминском и Балашихинском районах. В ходе рейдов арестовано 10 транспортных средств. Изъятый транспорт помещен на спецстоянку до вынесения постановлений об административных правонарушениях. Свыше 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили спасатели на территории Подмосковья с начала года, сообщил зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов. Наибольшее количество выездов спасателей зафиксировано в Волоколамске, Клинске, Можайске, Наро-Фоминске, Русский и Солнечногорске районы, на территории которых в Великую Отечественную шли ожесточенные бои. Обнаружение боевых припасов активизируется с приходом весны, когда начинаются строительные работы и открывается дачный сезон. В случае нахождения боеприпаса незамедлительно сообщите об этом по единому номеру 112. Не трогайте и не пытайтесь обезвредить устройство самостоятельно. Почти четверть дорожно-транспортных происшествий в Одинцовском районе происходит с участием пешеходов. Сотрудники 10-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» провели на 15-м километре Малого Московского кольца специальный рейд «Пешеход на переходе». На этом участке дороги пеших участников дорожного движения сбивают особенно часто. Две трагедии произошли совсем недавно, несмотря на то, что в обоих случаях люди переходили дорогу по так называемой «зебре». Именно поэтому основное внимание рейда было приковано к водителям. 99 дорожно-транспортных происшествий произошло в Одинцовском районе на участках Малого Московского кольца, Минского и Можайского шоссе в 2015 году. 26 человек погибло. Из этих 99, 23 дорожно-транспортных происшествий связаны с наездом на пешеходов, что составляет 21% от общего количества ДТП. То есть это практически четверть. Вы сами понимаете, что это серьезные цифры, которые с каждым годом растут, потому что интенсивность движения увеличивается. Место для проведения профилактического рейда было выбрано не случайно. 15-й километр Малого Московского кольца имеет дурную славу. Здесь регулярно происходят наезды на пешеходов прямо на переходах. Дорога обусловлена очень интенсивным движением. Здесь находится нерегулируемый пешеходный переход. В частности, в темное время суток у нас были дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими. В частности, не предоставляли преимущество движения пешеходу. То есть водители двигались, мокрая дорога. Соответственно, фары у нас
поглощает дорогу свет фар, не видел и, соответственно, осуществляли наезд на пешеход на пешеходном переходе. Были тяжкие последствия. Поток машин здесь плотный и движется довольно быстро. Водители зачастую не замечают зебру, по которой переходят дорогу пешеходы и проезжают, не останавливаясь. В ходе рейда сотрудники ДПС напомнили водителям о правилах дорожного движения и поймали одного нарушителя. Ему выписали штраф в 1500 рублей за непредоставление преимущества движения пешеходам. Возможно, это станет уроком для этого водителя на будущее. В Одинцово есть живописец, который продолжает на своих полотнах воплощать главные идеи эпохи художников-передвижников – Анатолий Попов. Каждое появление его авторских работ на выставках становится ярким событием в мире изобразительного искусства. Очередная живописная экспозиция открылась в Краеведческом музее города Одинцово. Поддержать коллегу по художественному ремеслу пришло множество людей из творческой интеллигенции нашего района и съемочная группа ОТВ. На афише художественной выставки написан утверждающий лозунг. Анатолий Попов продолжает традиции русского пейзажа. Творческий трудовой путь художника удивляет. Где бы он ни жил и ни бывал, в Шелихове, Курске, Марьине или в Одинцове, его авторский почерк остается неизменным. И каждый раз рождаются новые жанровые картины, воспевающие тот или иной край. Анатолий Васильевич – инициатор современного передвижнического проекта «Судьбы, связующая нить». «Судьбы, связующая нить» – это самая дорогая и животрепещущая тема, и она очень личная. Почему? Потому что мой прапрадед был в числе первых передвижников, 23 первых человека, хотя, говорят, их было 14, а на самом деле 23. Его подпись стоит, и есть это в документах Третьяковской галереи. Он работал вместе с Львом Каменевым. Затем вместе с Саврасовым, Маковским и Крамским. Все картины выполнены в формате миниатюры. Это своеобразные живописные жемчужины. Несмотря на небольшой размер, на первый взгляд этюдного характера, каждая работа является законченным произведением искусства. Каждая картина несет в себе какую-то определенную духовность, которая нас втягивает в эти многочисленные образы и заставляет сопереживать и, ну вот правильно, как сказал сам художник, приобщает вот к чему-то такому родному и заставляет задуматься действительно о том, что наша Родина прекрасна и вдохновляет на подвиги. Глядя на любое художественное творение Анатолия Попова, в душе просыпаются исключительно добрые и светлые помыслы. Будучи родом из Воронежской области, художник посвятил несколько работ в экспозиции уже ставшему родным городу Одинцово. Боярин Одинец в новом наделе и у поклонного креста. Мне было очень отрадно увидеть картины, которые посвящены истории города Одинцово. Вот. И, конечно же, искусство вечно. И мне очень приятно, что эти картины сохранят в себе, именно донесут до будущего поколения историю, традиции нашего родного города. Правильная композиция, акцент на деталях, соответствующий колорит с утренними восходами, вечерними закатами, лунными ночами и грозовыми облаками, различные состояния природы на полотнах передают настроение самого художника. Каждая тема обсуждается. Нарисовал в молодости, начинал рисовать, что-то не получалось, ругались, но потом приходили, находили общее, понимаете, и получалось хорошо. Я преподаватель русского языка и литературы. Анатолий Васильевич пишет стихи. Я тоже когда-то писала. Вот у нас очень много общего. Он любит искусство, я люблю искусство. Вот так вот вместе и трудимся. Но на этом встреча с художником не заканчивается. 26 июня в галерее «Сосны» состоится юбилейная выставка Анатолия Попова. На ней он планирует выступить с инициативой об учреждении Российского дня художника. Это станет знаковым событием в мире искусства. Таким образом, Одинцово в календаре государственных праздников подарит еще один в буквальном смысле красочный, яркий и живописный день. В поселке Горки-10 за домом номер 16 много лет назад действовала хоккейная коробка. Здесь местная детвора летом играла в футбол, а зимой гоняла шайбу. Со временем местные жители это место забросили. Коробка заросла травой и кустарником. Однако не так давно ситуация в корне изменилась.
Реставрацию хоккейной коробки своими собственными силами глава сельского поселения Успенска Владимир Горяев предложил провести депутатам, представителям Совета молодежи, а также инициативным жителям. Идея такова – временно создать место, где ребята смогут заниматься любимым видом спорта. В летний период играть в футбол и волейбол, а зимой кататься на коньках или играть в хоккей. 10 июня за домом номер 16 начались работы по демонтажу старых бортов коробки. Глава поселения Владимир Горяев, депутат местного созыва Алексей Зеленов, работники ООО ЖКХ «Горки-10», представители Совета молодежи Олег Артеменков и Марина Артемова вместе со своими друзьями разбирали старые прогнившие борта, косили траву и пилили деревья. Несмотря на занятость, эти люди пришли и на общественных началах внесли свой вклад в благоустройство родного поселения. Это начинание, скорее всего, впоследствии станет хорошей традицией, которую будут поддерживать все большее число неравнодушных жителей. Сегодняшний седьмой вечер подошел к концу. О главных событиях новой рабочей недели вы сможете узнать из наших ежедневных выпусков новостей. А итоги предстоящих 7 дней мы традиционно подведем в нашей программе в следующее воскресенье. До встречи на канале ОТВ.